разделить следующим образом. Электрическую бритву Харьков. Родному брату Косте. Авторучку Харькову же. Племяннику Игорьку. Чернила для авторучки. Его сестре Тоньке. Тряпку половую. Сестре Гене. Кружку железную. Дочке сестры. Цепочку от нее. Соседу Мите. Третий рулон туалетной бумаги. Тетке Марии. Целый рулон средней школе номер 118. Дверной звонок электрический. Двоюродной сестре Кате. Провод от звонка. Дочери ее Людмиль. Стекла и закон. Семье Трифиловых. Мурманск, Подгайская, 45. Плафон на дверный желтый. Галли Клюшиной. Тюмень до востребования. Остаток обоев. Соседями 46-й. Квитанцию от выстиранного белья. Трансформатор понижающий, молоток плоскогубцы детям. Все нажито мною честным трудом. Беречь и передать своим детям. В случае, если в результате раздела оставшегося богатства возникнут конфликты, а то разойтись мирно и спустить все через комиссионный. А деньги разделить поровну хозяев помирать не собираюсь, назло вам всем.